Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим серию бесед, вопросы-ответы. У нас называются они «Во свете Библии». Это основа, чем наша беседа отличается абсолютно от всех православных. У нас конкурентов вообще нет никаких. В моей жизни конкурентов практически никогда не было. Я всегда шел непротаренной тропою. Вот не насчитано «Жития святых». 12 томов, неизвестно, не печатают. Я их взял и насчитал. Хорошо или плохо, но я один. Говорит, первый парень на деревне, а в деревне дом один. Так из Златоуста никто не насчитал, я первый его насчитал. Хорошо или плохо, как архипелаг ГУЛАГ, там Библия. Теперь такое, что уже появляется. Так, разбор от вопросов по Библии сегодня никто не ведет. Ни Смирнов, ни Кураев, а они от опыта, они академию кончали. У них там багажа на сотню сектантов хватит, руководителей их. У меня ничего этого нет, кроме Библии, канонов святых соборов, святых отцов, жития и что говорили святые отцы. Это всего лишь только 300 томов фолиантов. Вот отцование и Слово Божие. И притом я везде все поставлю под контроль, иные скажут под критику, сходится ли со Священным Писанием. Вот и все. Как, например, у Иоанна Златоуста мы считаем в 8 томе. А внизу ссылка, не моя. Кто бы это ни сказал, но это неправда. А почему что надо печатать? Потому что в его трудах вторглась при переписчиках, может быть. Они говорят, вот такого-то называют, он говорит, никак он не мог сказать. Он за 200 лет раньше Златоуста помер. Он никак у Златоуста не мог в комнате быть этот человек. Речь идет в хронологии. Это надо очень серьезно относиться. Я когда печатал вот эти книги, вот к истинному православию у меня, и однажды было ночью, я что на меня взбрело это, мне показалось, а я практически мог бы цитировать любую страницу. Показалась одна цифра не 718, а 719. Ни свет, ни заря, часа на два раньше типографии приперся туда и ждал, когда откроют, и побежал смотреть. Они, говорят, еще не в печати. Посмотрел, все правильно. Да, а цифра на один год, ее бы никто не заметил, но я не могу так относиться. Вот в прошлый раз я говорил тут о субботе. И сказать, ну, бывает это. У меня, во-первых, зрение ослаблено там, а кое-что приходится считывать. И нужно сказать, за 3,5 года до пришествия Христа, я сказал, до рождения Христа. И меня сразу ткнули. Антихрист придет за 3,5 года до явления второго Христа, до суда Божия. Но я сказал, ну и переделать ничего не стал. Ну, разберутся люди. В духовном плане можно это понять. Пока духовно в новый 8-й день, говорит, не перейдет. Я объясню это в Виносказании. Пожалуйста. Вопрос о любви. Последнее время особенно он муссируется и у нас среди нас, и вообще с сектантами, когда разговариваем, как вы видите эту любовь? То есть вот истинная любовь, особенно это есть в разговорах, когда человека начинаешь назидать, или как говорят, ты учишь там, и вот грубое и нежное отношение к человеку. Как вы вот смотрите на это в библейском плане? Как вообще Библия об этом говорит? Как вообще можно в одном человеке, допустим, о любви говорить и с грубостью, и с нежностью? Как говорят, вы нас ругаете, или у вас нету любви. Ну и почему вы такие грубые? Почему такое грубое отношение к женщинам? Или там, вот вы бьете детей, могут сказать. То есть тоже у вас нету любви к этому. Вот такой вопрос, как об этом говорит Библия. Что об этом? Я считаю, за образец можно взять Евангелие от Иоанна 3,16. Его наизусть знает любой, кто ходит в собрание к там, сектантам. Ибо так возлюбил Бог мир, значит, о любви. И в чем выразилось? Что отдал Сына Своего Единородного на казнь с пролитием крови. И для чего? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Назначение любви, чтобы не погиб. Вот все образец. Дальше никак. Все делай, что позволено, но только чтобы человек спасся. И вся Библия об этом говорит. Чтобы человек спасся. Но представьте себе. Язычники тоже кончают какие-то институты. Они бьются с Израилем, это богоизбранный народ. Они ничего не могут сделать. Ну почему они непобедимы? Мы вот дома бьемся, говорит, в спортзалах, у нас все как надо. Ну когда пошли туда, рука куда-то туда не завернулась, но в то время кинжал в бок. А рубят-то как, говорит, всадника вместе с конем перерубают. Человека нет такой силы. Почему все разваливается? Танки рушатся, самолеты падают. Стали думать. На
хоть какие-то признаки-то есть, но этот народ, почему он непобедимый? Ты главное, ни ран, ни убитых, никого нету. Один встал человек и говорит, я знаю. И это единственное место уязвимое. Израиль не грешит перед Богом. Нужно ввести его в грех. А с грехом Бог дела не имеет, и Бог отвернется от них. И Бог сделает по любви, желая их обратить, чтобы они поняли, как плохо им. Ну а как сделать, чтобы согрешили? Больше всего ненавидят они идолов наших. Ну и что? Да разве они будут идолов наших ненавидеть-то? Нужно, чтобы жертву принесли идолам. Да не будет еврей приносить. Вот надо подумать, сделать приманку такую, чтобы то, что он любит, он не получит, пока жертву не принесет. А жертва-то даром, там куски мяса, тут рядом жаровня, там поднять, положить. Ну и как? Скажите, у них воюет скольки лет? У них от 20 до 50. Но мужчина еще в силе. Потенциал у них есть. Как они к женщинам? Ну, евреи любят женщин. У них и многоженство было, так. И любят красивых, да, красивых. Так, конкурсы красоты сделайте. Самых хороших филистимлянок находите. А мы даем государственное занятие, задание. Все проститутки получат по ордену Ленина. Евреям надо соблазнить. Заводите с ними шуры-муры. А что, шалаш открытый, шатры мы поставим, а уже война кончилась. Но перед тем, как войти в шатер, там, к тамошней какой-то Тамаре, ты пусть кусочек мяса положит. И сразу началось поражение у Израиля. Как спасти? Те-то делают по любви, они любви обильно. Тут все любовь замешана была. Да какая любовь-то? И в это время Израиль молится, взывает, простирает руки к небу, к Богу Иегове. И Иегова не отвечает. Нужен решительный шаг любви. Бог по любви потопил грешный мир. Это по любви. 80. По любви Содом и Гоморру жёг, потому что мы имя Богу не меняется. Бог есть любовь. Нам не надо играть этим. Мы подражать должны, будьте святы, как я свят. Когда Бог топил мир, он тоже был свят. И когда сжег и Содом и Гоморру, тоже был свят. И нам призыв такой подражать ему. Ну, я делаю поправку пока ветхозаветнее, потом на новозаветнее переведу. И вдруг встает один сын Израиля, Финеос. И что он делает? Он берет в руки копье, заходит в шатер, отбрасывает. Израильтянин, и под ним лежит бабочка. И он им ударом гербарий сделал. И пронзил. И сразу раздался голос Божий. Позор снят с Израиля. И все, которые были в шатрах, выскочили, не поняли смерть. И все. Больше ни одна мисс красавица не пошла на это. Там смерть. И Господь сразу сказал, вовеки не забуду этот удар. Твои будут стоять перед лицом моим. Потомков будут прославлять этот один удар. Он дороже, чем удар Моисея в скалу, за который пострадал он. А он взял, как это, по любви к народу Израиля. Народ погибает. И поэтому гибель одного, который развратник, с ним разговаривать нечего. Шашки наголо. И они пошли. По любви сделал, теперь перенесем сюда. Где больше всего проявляется любовь? У мужчины к женщине. Ну, нам Фрейда не надо искать. Мы сами видим это что. Знакомиться с комсомолочкой. Пошел туда. У нас были такие случаи, познакомилась с каким-то комсомольцем, как правило, разведенные, у них уже опыт есть, как заводить с ними связи. И никому не сказали, ни батюшке, никому. Уже туда шмыгнуло, и все на этом. А как? Тут мы не бессильны. А выход у нее был? Да, выход был. Она сказала, вот я познакомилась на работе, юноша там, мужчина, вы не хотели побеседовать? Мы хотим побеседовать, приведи его на занятие. Мы побеседуем. Мы узнаем, сходим на дом, на работу, увидим, серьезно это или нет, обратиться к Богу. Ну, все, у нас было такое, венчание произойдет. Бабки любят внуков, как? Ешь больше, спи дольше. И он вот такой вот, обрюзший, уже в 9 лет с места не может сдвинуться. Это не любовь, это гибель. А если любишь его, родители, которые, они его в спортзал запишут, в музыкальную школу, с уклоном, с каким-то английским, ребенку покоя никакого нет, он день и ночь учится. Вот у нас девочка одна, возьми, это Ливия, она уже который раз занимает там первое место, ну, как она, конкурентка в игре на фортепиано, ее везде печатают в газетах, а она совсем малюсенькая, совсем еще. Над ними работают. Люди, дети эти внимательно слушают. А вот люди, которые не любят, чтобы ему сказали, ну так, чтобы ему не понравилось, а это грубо-то. Нам Бог не заповедал льстить.
Наоборот, это осуждается. У нас не было, Павел говорит, что ласкательство перед вами. Это сектанты везде, они такие безразмерно резиновые улыбки. У нас были там в лес, приходили, ну прям улыбаются. Мы приходили к баптистам, адвентистам, самые приветливые люди. Но вот они узнали, что ты знаешь Слово Божие. Я стал говорить... Они мгновенно меня сразу же вытолкали, толчками начинают бить, прямо из молитвенного дома Малоузовская. Уже стоим на той стороне, выскочили еще, братья толкают, уходите отсюда, вы идолопоклонники. Да вы же меня сейчас признавали, вот я иду от Житко, вот я Библию получил от них. Никаких, я уже на той стороне улицы, они туда бегут, я говорю, извольте, это не ваша каноническая территория. Тогда маленько успокоились. И это не только у них, это и у старообрядцев такое же. Я могу рассказывать... Фактически, какие были случаи, прям конкретно со мной, с отцом Александром Пивоваровым, у старообрядцев был, как они его гнали до самого проспекта Красного в Новосибирске, преследовали, не то что там били, а кто ты, никонянин, пришел, а он стоит, молится, два перста прилагает, протоиерей, кандидат богословских наук. Его брат родной в Академгородке Новосибирском, отец Борис. И главное, когда он молился, сразу старообрядцы подходят. Ты кто такой? А почему ты в форме зашел? Ты же не иконянский поп-то. А ну выйдем, поговорим. То есть нож в руке. Он говорит, да все хорошо сейчас. И он не вышел пока до конца. Как только кончилось, старообрядцы вокруг него как стервятники собрались. И не где-то, а на овражной улице Новосибирске. Ну я-то знаю. Тогда был отец Трофим. Священником-то. А его привел Андрей Долгов, Андрей Федотович. И он тогда не выдержал, до каких пор вы будете преследовать. Уже на Красный проспект вышли, они все еще его долбят идут. Я его спрашиваю, ты прости. Он говорит, а за что? Я так хорошо помолился у вас. Он такой кроткий, смиренный где-то. А я бы был там, ну я бы этих своих соратников, единоверцев устыдить постарался. Он вам что-то отнял, у вас где-то против говорил, тронул ваши персты, нет, он сложил, он точно знает, как. Правда, одному наказал, он сейчас священником, он не понял. Он вот так тремя подставлял, а два кверху, он, я не думал, что он наоборот будет-то. Ну, неужели от наших скрюченных пальцев зависит жизнь вечная? Поэтому мы должны говорить всегда правду. Вот я выставил материал о субботе. Истинная суббота есть воскресение Христово. Такие они выдержанные, казались в галстуках. Какие-то свои там институты или заокские академии кончают. Бритые, ну, представительные, настоящие масоны. Ни слова против. Как только увидели, что я говорю по слову Божию, как они на меня ринулись, и утром встал, ба, да весь эфир заполненный. И ни один, ни разу, нигде, ни одно место, которое я указал, они не берут, не разбирают, они беседовать не умеют. Я выставил там ни много ни мало 24 места Библии, которые указывают, что суббота, она указывала на воскресение, новое творение. Они не понимают, они вообще Писание не знают и беседовать не умеют. Они, у вас иконы, у вас продажа. Какое отношение это имеет к беседе? На мой ролик вы зашли, и меня полощите со всех сторон. А о торговле я уже записал ролик. Я против торговли категорически. У нас ее здесь нету. А у вас попы толстые, они своими задницами лощеными едут в лимузинах. Но мы сейчас беседуем о субботе. Не ваше лощеное, не наше лощеное тут не относится. Ну да, у меня есть такой ролик об объедении. И объедение обвально, обжорство обвально называется. То есть они не умеют беседовать, они страшно грубые. Вот эти они грубые. Они меня поносят. Как на тебя налетели. Козел, дурак ты с бородой. Ну, где это видно? Ну, козел я был, но теперь я не козел. Я избранник Божий, я агнцем наречен. Поэтому не надо смотреть, какие люди. Но приглядываться надо. Это шестое качество лидера – привлекательность. Вот один выступает мусульманин и говорит о том, что когда его спрашивают, там такой мудрец у них свой шейх, ну и тот к нему подошел и еще раз, я не знаю, как не знаете, вы такие книги пишете, вы рассказываете, я не знаю, надо ли ответ тебе давать. Это Памба был такой, святой Памба. Ему прочитал один, хочешь видеть дни благи, удержи язык твоего зла, и уста свои от лукавых речей. Он стой, пошел. Он его встречает через 3 месяца, а что ты не ходишь на занятия? Так я еще тот не усвоил. Я вчера, говорит, где не надо, сказал, удержи язык свой от зла и уста от коварных речей. Это надо вмонтировать в себя. Суббота указывала на воскресенье. Я ничего грубого не сказал, я доказал это. Вяжите веревками жертву, ветхозаветнее. Ну, в Ветхом Завете одно было, а теперь там для детей написано. Это водитель ко Христу был. Нянька дошла, теперь совершенный муж.
Покой мы получили после воскресения Христа из мертвых. В субботе мы не получили покой. В субботе печальное сидели, Христос проповедовал преисподних. Они, преисподней никакой нет. Ну, для адвентистов-то нет, они саддукейского духа. А для баптистов он есть, для православных есть. Я еще удивляюсь всегда. При всех своих страшных заблуждениях адвентисты седьмого дня верят в Троицу, и слово Троица произносят. А вы же по Библии верите-то. А вот Господь не допустил перейти эту роковую грань. И поэтому смотреть на эту грубость не надо, как они тебя обвиняют. Однажды я стою около храма, я просто пример скажу. Беседую со студенткой у нас, Настя Дианова, Косолаева фамилия была. И проходит Вера Золотова, она кандидат медицинских наук. Мимо проходит, ну, брат, ты уж не ругай ее, она хорошая. Я перестал разговаривать, ну-ка вернись назад. Так, ты кому это сказала? Мне? Ну, мы стоим двое с сестрой. Ну да. И ты хочешь, чтобы я ее не ругал? Значит, я грубый, я ругаю ее. Теперь скажи, о чем? Ну, он мне говорил сейчас об этом, я его спросила по Писанию. Так мы о чем разговаривали? Она задала вопрос по Писанию, я отвечал. Ты увидел у меня свирепое лицо какое-то, или, может быть, я травматический пистолет направил. Почему ты эти слова бросила мне? Ну, простите, я не знала. Ну, ты-то не знала, это я верю, что ты ничего не знаешь. Но Дух-то Святой знал это. Каким ты Духом была движена? Давайте дальше посмотрим-то. Ну не знал, ты не понимал. Но Дух-то Святой, где ваша молитва, как священники? Вы у алтаря стоите, у престола Божия в алтаре. Как вы могли не знать? Так где Дух Божий-то? Ты меня еретиком назвал. Я предстал, сидят епископы. Ну назовите моя ересь в чем? Конкретно, вот мои книги, 38 книг, которые Бог позволил мне издать. Но это не просто книги, каждая книга 750 страниц. Ну покажите где, ни один за 11 лет, ни один. Вот это их ласковое, не надо бояться этого. Я говорю, и когда только что скажешь, ну ты только нас не ругай. То есть не обличай, словом не ругай. У священников, когда говорят не суди, то есть не трожь нас. Я уже знаю, это подмена слов, этого не надо. Я всегда говорю, а как бы кто-то, собеседник какой-то, говорит, ну а с вами никто грубо никогда не разговаривал. Было, разговаривали, но он просто матерился, стоял. Это грубо. Я был среди разных людей, в 5 тюрьмах, с разным контингентом. И со мной самые отпетые преступники по 6 ходок, 6-й раз уже сидит, никогда грубо не разговаривали. Почему? Они видели меня на молитве и на проповеди. В тюрьме, внутри. И если новый заходил, начинал материться, а я на молитве стою, слышу, они пройдет минуты 2 сразу, знаешь, мужик, ты помело свое прикуси. Он глаза вытаращил. А в чем дело? У нас батюшка здесь молится. У нас не принято в нашей камере материться. Простите. Да он мог бы взбеситься, кинуться. Ничего подобного. Повторяю, ни разу, нигде. Почему? Со мной ангел-хранитель. Я прошу поставить преграду устам моим. Никого не оскорбить. Тут был случай. Местный настоятель, он благочинный. Он как епископ был. Многолетний. Наверное, лет 50 священнослужителем. Да, так и было. Войтович Николай. Ну, большего представителя, как против нас, кажется, никого не было. Он просто вылавливал списки, милицию подавал, когда мы дома занимались писанием. Ну, что сделаешь? У него одно назначение, у меня другое. Мое назначение с молодежью, с военными, там, с заключенными беседовать. Его меня давить, в моем лице он давил проповедь. Ну и что? А вот то, что он попал под обстрел критики городской интеллигенции. И везде. Его заметили в предосудительной связи, и он там вот знаком был, ну как вот сейчас Золотухин умер, и какой ребенок Ваня растет, сама артистка это рассказывает это. И это самое Завойтовичем. А я-то выступаю во всех школах, во всех отделах милиции, не здесь только, а по краю. Воинские части везде спрашивают о нем. Он очень известный был. И авторитет я упал до нуля и пошел на минусовую отметку. А он мне враг. Но я сделал свое расследование и нашел, что 100% ложь. Он верный сын патриархии, другим он не может быть. Но в этом он не повинен. Не повинен. Теперь я говорю, доводы давайте какие. А вот его дочь там такое, она видели, дочь его в 8 классе учится. А дочь одна только у него, Танюша. Красавица растет. Теперь она матушка за Олимпией в Красноярском крае. Теперь стали говорить на сына. Знаете, ну, говорится поговорка, ври да отплевывайся.
А он там, он только учится еще на втором курсе строительного инженерного института. Вот. Он будет еще трудиться в Алтайтрансстрое. Не было этого. И я буквально за неделю разметал все ложные их обвинения-то. Но, ну, как доброе и злое дело не может быть тайно. Ему это доложили. Вы бы знали, какая была у него благодарность. Он уязвимый, он ранимый. Но за ним стояло слишком много. Он все мясорквами Алтайского края. Я теперь стал счеты предъявлять. Он в опасности. И он мне отомстил. В кавычках. Когда я сидел в тюрьме, он приехал туда с разрешения КГБ, уполномоченным религиозным культом, и он меня там причастил. Для меня он как ангел с неба был. Я причастился тела и крови Христовой. В моей молитве он был и будет всегда. А он был груб по отношению к меня. Он культурно не был никогда груб. У меня даже стояла однажды рядом хозяйка, и когда услышала, там другой Михаил говорит, ну он же врет. Я чуть не закричала в храме, что ты врешь. Я говорю, вот этого нам только не хватало. Это Бог допустил. Павел говорит, трижды я молил. Но Господь сказал, довольно для тебя благодати моей. Благодать в устах твоих, как воеводе Пашкову, когда он пытался стрелять, и протопоп Аввакум, мои осечки были. Благодать в устах твоих, господин воевода. Вот и все. Надо разбирать, грубое это вредное. Конечно, бывает грубое. Но я спрошу, Иоанн Креститель грубый или нет был? Люди идут креститься. По сегодняшнему, ну уже все готовое. Да ты хороший. Я у вас в Барнауле вот был здесь от адвентистов Бутов, Вадим. Ну столько лести он бочками прямо. Я таких людей нигде не видал, как в Барнауле. Такая погода, как в Барнауле, нигде не встречал. Ну и по всему миру объехал. Ну зачем это нужно-то? А погода такая жарит, все потеют. Но он не видал. Ну эти ты меня не расположил, сразу оттолкнул. А нужно было бы сказать так. Люди, вы сгниваете, вот сгораете буквально в огне. В аду будете гореть, как здесь. Порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Змеи. Это грубые слова или не грубые? Но сейчас я пришел бы в администрацию края и начал говорить, там или ФСБ, змеи. Кого вы не жалили? 100 миллионов умерло здесь невинной смертью. Сидите здесь, крутились кольца, подыскивайтесь. Не покайтесь, все так же погибнете. Конечно, можно поплатиться за эти слова. Так он шел, знал на что. А которые были ласковые, они говорили, мир, мир вам. Но мира нет. Вы напрасно грязью обмазываете стену щели. Подует ветер, и рухнут ваши стены, пророк Иеремия говорил. Он был очень грубый, Иеремия. И притом не патриот. Он достоин смерти неоднократно, если бы был в советское время и сказал, откройте Москву Гитлеру. А он это самое делал по отношению к Иерусалиму. Но по отношению открыть Москву повеления от Бога не было. А там повеление было. Вот в этом весь смысл. Меня неоднократно обвиняли в грубости. Меня лично. Я тогда говорил, ну, покажи, чтобы я знал, я хочу исправиться. А вот если бы ты был по-другому, тут бы тысячи людей собрались. Недавно он приезжал здесь. Я говорю, ну я грубый, но вот община одна, община другая. Я еду по стране, у меня друзья в эфире, везде. У тебя ни одного нету за всю жизнь. На пенсию пошел, ни одного друга нету. Ни одного, нигде нету. И даже еще с семьей, там, с детьми-то не со всеми в мире. Как ты меня можешь научить? Если я человека тащу из огня, то бывает, что я ему и руку вывихну. Может быть, но это стоит того, чтобы на рельсах, а у него там башмак зацепился. Какой башмак-то? Я вот тащу, поезд идет уже. А других, говорит, страхом спасайте. Из огня, глушаясь даже одежды. Я должен, у нас был один такой, ну и седьмую заповедь нарушил. Прелюбодей. Недавно принял крещение врач краевой больницы. Ну мы его не оттолкнули, но мы сказали, дорогой, одежду вон там клади, одежда скверна плоти, не прикасайся к ней. Мы сделали по заповеди Божьей. Он маленько походил и отпал. У нас были такие, были, у нас свои правила. Правило, чтобы погоны никто не носил, не положено. Ну какая разница, ну то, что это не принадлежит к одежде. У нас три человека могут носить одежду. Это следователь военный, два врача, у них воинское звание есть, майор там капитан. Ну вот они могут носить, но они не приходят. Больше никто не может. И кто в армии служит? Пришел он в отпуск, может ходить с погонами. Что особенного-то? А вы грубый. Ну прости меня, прости мою грубость. Но благодаря этой грубости ты пьяница, сегодня ходишь в общину, гляжу, забыл. Ты этот грубый человек, через него ты получил жену, прекрасные дети. Ты алкаш.
Ты знаешь, нет, ты на наркотиках сидел, у тебя дома не было, бомжом был, а теперь я для тебя грубый. Прости мне мою грубость. Но вокруг тебя было много ласковых. Ни один священник тебя до сердца не достучался. А ты меня случайно на вокзале услышал и обратился. Что я тебе могу сказать? Я могу на деле показать. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу из дел моих. Вот он, еврей, приехал. Еврей. Природный. А уехал оттуда православным. А баптисты привезли похвалиться, показать. Его привозили прибалтийские, там, рижские группа была. Иосифа Бондаренко. А теперь отец Наум Израилевич служит при патриархе, порученцем его был даже в Армении, в Грузии. Я грубый, но он пришел. Вот следователь КГБ обращается, делается священником. Комсомольский работник республиканского масштаба. Да, я обращаюсь грубо с ним. Я обличаю его. Ты верующий. Какое ты право имеешь спать при солнечном свете? Но это маленькое такое. А я долго не мог заснуть. Да ты сегодня до 12 лежал, завтра будешь лежать. Не позволяй себе. Подражайте мне, как я Христу. Меня за 50 лет жена не видела лежащим. Ни разу. Вот и весь сказ. А дальше что? Дальше будет это иеромонах. И он умрет. Вот кришнаит, который отрезал голову, вот это он как раз и есть этому иеромонаху Григорию. Я про него рассказываю. Вокруг его ласковые были ласковые, но нигде его Господь не коснулся, как в моем доме. Значит, мою грубость Бог благословил. А вашу вот эту аморфность, объемность, эту медузность Бог не благословляет. Вы одинокие. Я одинокий ни разу не был, никогда. Я доверяюсь Богу. И прежде чем этот отвечает на этот вопрос, я это испытал. И говорю, со мной поступайте так, как я с вами. Другого мне не надо. Если я виновен, обречи меня. Если я не покаялся, 2-3 братьев возьми. А потом всей общины. Вот так. Спаси Христос. Так, еще вопрос?